А давайте сегодня с вами приготовим селедку под шубой. Очистила селедку от кожи и от костей. Врезаю селедку кубиками и укладываю первым слоем в форму. Врезаю мелко луковицу. Раскладываю лук вторым слоем на селедку. Одну отварную морковь натираю на мелкой терке и раскладываю третьим слоем. Третий слой смазываю домашним майонезом. Без фанатизма. Тонким слоем. Натираю на мелкой терке 3-4 картофелины и раскладываю поверх майонеза. Уплотняю картофельный слой и смазываю домашним майонезом. И отварных свеклы натираю на мелкой терке и раскладываю поверх майонеза. Уплотняю вот так вот. Свекольный слой смазываю домашним майонезом. Залог успеха вкусной селедки под шубой – это домашний майонез. Селедка под шубой готова. Чтобы она еще стала вкуснее, ее надо охладить в холодильнике. Часа 2-3. И можно наслаждаться вкусной селедкой под шубой.